Перед вами туя столбик, или столбжик, как ее называют некоторые. Вот эта туя невысокого роста, густая внизу и более редкая вверху. Вот, но она вот у нее на зеленого цвета, и хвоя у нее на концах, она такая более желтая. Весной эта желтизна сильно видна, и также видна на ближе к осени. Вот. Хвоя жесткая, чешуйчатая, вот, не колючая. Когда вот любой туи не хватает чего-то, скажем, полива, она выкидывает вот такие вот шишечки. Вот, но если у вас будет должный полив, то шишечек не будет. Ну, соответственно, даже вот эти шишки, они не портят тую, так как не облеплена вся туя этой шишкой, а только часть ее. И, соответственно, она не ржавого цвета, как у холмструпа, а такая вот желтенькая, тоже своего рода декор. Эта туя в основном вся небольшого роста, то есть, ну, очень сбитая, и хорошо ее можно формировать, то есть можно из вот такой вот туи сделать шарик, равномерный шарик, то есть можно подстричь ее и придавать ей форму. Она хорошо подвергается стрижке, формовке. То есть вы видите, вот, скажем, это формированные уже некоторые вот туи, и можно их под себя формировать. Можно сделать из них равномерную колонну, можно сделать пирамиду, шар, то есть все, что вам надо получить в итоге, вы можете вылепить из этой туи. Вот, скажем, есть большие вот такие вот туи. На, ну, как она большая? Ну, в диаметре где-то метр. Но это метр как в высоту, так и в ширину. То есть такой равномерный шар. Или, скажем, вот за ней поменьше шар. В диаметре где-то сантиметров, наверное, 70-80. Вот. Вот пирамидка за ней. Заказывайте тую столбик на Planty MD.